Здравия, единомышленники! Продолжаем наши видеоуроки, опять возвращаемся к ударам. Сегодня мы рассмотрим еще один удар. Удар кнут. Ну, в чем особенность этого удара? Если в предыдущих ударах мы с вами рассматривали и отмечали, что сила идет от ноги, то есть мы либо шагом на месте делали, либо шагали вперед, вот, то удар кнут выполняется за счет запуска волны из таза. Движение из таза. Дальше вот как кнут, представляете, длинный кнут, и вам нужно на конец этого кнутовища передать силу. Вот то же самое и здесь. Удар выполняется каким образом? То есть это один из видов боковых круговых ударов. Выполняется как в виде защиты. Когда партнер либо наносит удар, и я вот таким движением наносится, видите, тыльной стороной, вот просто я стою на месте, и вот оно, движение бам, я выбросил, сам ушел с линии атаки, ударил. И этот же удар, когда партнер находится сзади, вот он сзади стоит, вот он, допустим, душит меня. И вот такой же кнут, посмотрите, то есть я запускаю, видите, вот удар идет. Тыльной стороной, нет, вот такое движение, вот оно идет. Над собой. Смотрите, волна от таза пошла и закончилась здесь. То есть мне не важно, он может стоять рядом со мной. То есть вот он стоит, допустим, и мне нужно нанести удар. И вот оно движение пошло. Без замаха, без ничего от таза вот движение выбросилось. Удар очень мощный, шокирующий удар. И я могу выбрасывать его как над собой, так и перед собой. То есть выбрасываю. Вот оно, движение приходит. Поэтому вы либо ныряете в этом ударе, вот оно движение идет. Ведь то же движение, которое бы закончилось над головой, но здесь оно заканчивается раньше. Видите, вот оно. Независимо от того, какой рукой бьет, я, допустим, справа удар, если поставить, можете правой бить. Видите, вот. Хотя, в принципе, ставить нужно с двух сторон. Уже если вас душат, сзади, то, соответственно, вас могут душебить вот сейчас правой рукой не очень удобно. Видите? Левой. А вот теперь посмотрите формулу движения. Получил точку опоры, вот удар. А дальше не освобождение. От захвата. Ваша задача, лапу возьми, пожалуйста. Вот партнер стоит. Лапу поставил здесь. И ваша задача теперь, вот она, лапка, рядом с вашей головой. И ваша задача научиться здесь наносить удар. Вот вы его видите, краем глаза. Удар. Вот таким образом запускаете волну и наносите удар. Все, попробуем.